Мишка Шифман Башковит. У его предвидения. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневнике. Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, но до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даяна, стерва одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишк тут же впал в экстаз после литра выпитой. И говорит, они же нас выгнали с Египта. Оскорбление простить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Говорит, мне нужна компания. Мы же с тобой не как-нибудь просто здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувство придавив. Хрен ли нам мневники? Едем он в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь. Ты же меня спас в порту. Но, говорю, загвоздки есть? Русский я по паспорту. Только русские в родне. Прадед мой самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь. С Мишкой прочь сомнения. У его евреи сплошь. В каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих. В Израиле бездны их. Там и гинекологов одних, как собак нерезанных. Нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти? Значит, безработица. Мишка мой кричит к чертям. Виза или ванная? Едем, Коля, море там. Израиль или ванная? Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет. Из людей, пожалуйста. Мишки там сказали нет. Ну, а мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут. И это я еврей. А ему говорят, не ошибка тут. Выйди он из дверей. Мишку мучит вопрос, кто здесь враг таинственный? Ответ ужасно прост. И ответ единственный. Я в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую. Говорит, что за графу не пустили пятую.